Знаешь, я об этом как-то не думал, Рико. Но есть разница между тем, на что ты смотришь и что ты видишь. Посмотри на Медичи. Жемчужина под ярким солнцем. Но когда ты видишь Медичи, то понимаешь, что все прогнило. Скоро весь мир узнает, на что я способен. Но тут уже ничего не поделаешь. Видишь ли, Диравелло сидит на целой куче Бавария, и получается, что он самый лучший друг агентства. А в очищенном виде может стать мощной взрывчаткой или почти бесконечным источником энергии. Ох, Рика, Бавария попал не в те руки. Мы это исправим. Что ж, да нет, не слишком. Мы должны показать людям, что способны отбить их города и поселки. Рико Родригес вернулся, порожденный пламенем, из которого поднялась моя власть. Почему ты так хочешь разозлить Диравелло? Тео, Рико. А я Марио, брат. Я тебе не брат. Им можно доверять? Они не повстанцы, но у нас один враг. До возвращения у тебя вышло, сынок. Всюду хаос и разрушение. А когда он явится, чтобы защитить людейшек, убить его друга? Диравелло еще здесь. Нужно найти его и покончить с ним. Нет, ничего. Что укрылось бы от моего пламени? Что ты задумал, сынок? Кое-что хитрое. Торнадо Energy. Do damage.